Здравия всем, вы на канале Марка Елены Дерегетти. Мы в Лудьяно. Нас подобрал вот такой вот маршрутное такси. Все они тут организовали. Где, видите, стояночки ставят и маршрутки пустили. Вот вторая такая же маршрутка, только в другую сторону она ездит. Кстати, сегодня 15 июня. Считаю, что уже половина июня прошло 2019 года. Непонятно, зачем здесь повесили эти колеса. Ну, так вот, на всякий случай. Такой гаражик большенький. И Марк уже вон аж где. Вы все спрашиваете, где люди? Вот они, люди. Посмотрите, какие здесь камни гранита. На улице 23 градуса тепла было у нас в автомобиле. Смотрите, какая дата здесь написана. 1895 год постройки этой. Вот такие швейцарские ножички. Смотрите, какие печурки выставили. Трактор моего года рождения практически, 1963 года. А весы какие? И вот все-то они подстраивают. Старые стены. Раз, на них бросили балки. И понеслось строительство. Смотрите, какая скульптура здесь. Вот такой круг. Каменный. Который мелил зерно. И вот они насыпали камушков, положили немножечко граниту. И мармо. А на русском мрамор. И вот все, видите, все в граните. Горшочки, цветочки. Тазики. Прям вот с гранитом ничего не сделали, на нем поставили вот такой домик. Оно пошло как фундамент. Опять же, горшочки, тазики вот на заднем плане и на переднем. Все подстрижено, все камушками обсыпано. Молодцы. Вот так смотришь и думаешь, вроде как ничего особенного. А все прекрасно устроено. И здесь начинается рыночек, который люди здесь живут. Вот они валяют из шерсти, брошечки на стол под вазочку. Какие-то подставочки, игрушки. Шапки. Но это не шапки, а для чайника. Типа у нас бабы на чайника, а у них валяют из шерсти. И вот шляпы. Тоже из цветной шерсти. Кто же, кстати, шерсти набрала, но пока еще никуда не записалась и никуда еще не пошла. Вот шарфики из шерсти валенные. Просто шикарные. Вот это вот цветное с шелком и по округе шерсть. Бусы, цветочки. Здесь изо льна, из самотканного. Вот
А вот смотрите, из глины можно в сад поставить вот такие вот искусственные цветы из глины на проволоке. Все, я ей обещаю, что я приду, но никак не приду к ней на учебу. Она работает вместе со мной в кинотеатре. И она сноха моей соседки, к которой я хожу убираться. Зовут ее Паула. Вот она занимается глиной. Это из стекла рядом было. Здесь украшения. У кого из чего? Проволоки, и стекла, и глины, и какие-то еще вещички. Вот еще одна глиняная столик. И со скульптурами, и подсвечки, и все такое прочее. А вот смотрите, здесь плетеные. Плетеные. И какие-то деревянные ручки, и кожаные. Шикарные. Местечко. А видите, вот у них там палочки внизу под столом для того, чтобы делать ручки. А светильники какие, прям вот шик, блеск, красота. В деревянный дом такой светильник. Здесь кусочки мыла. И можно, смотрите, видите, они как делают, раз и повесили. И дома прекрасный запах из мыла. И запах, и украшения. Боже ж мой. Вот кому фантазия позволяет, можно вот какой-то подарок, сувенир сделать. И мыло, и крема, какие-то масла. А вот из шерсти тоже валенные тапочки, вязаные. А, вот есть валеночки, посмотрите. Никогда я не видела валеночки. И вот я теперь их увидела. Прелесть какая. А, вот деревянное мы с вами прошли. Из дерева вот есть сердечки. А коняшки какие? Тоже люди делают что-то своими руками. Нравится им делать. Потом они раз и продали. И вот уже какая-то прибыль в семью. Вот такие цветочки по 5, по 3 франка. Вот отцвели цветы, а осталась зелень. Воткнули что-то, и пошел процесс. И уже и опять красиво. Вот они на прялочке. И здесь придут шерсть. Видите, какая прялочка ножная, не ручная. Опять глина, опять цветы. Украсить дом. Птички. Ну вот мимо огорода не пройду. Надо же заснять. Вот такие у них огородики. По периметру помидорчики. И так далее. Так, а это персики. Вот какие персики уже крупные. Такое низкое деревце. Но здесь они пониже, и у них совершенно другая температурный режим, то есть климатический. Ну вот фестиваль популярной швейцарской музыки, которая здесь проходит.
в этом году. Ну вот уже Марка мне сделала замечание, сказала сделать вот такое панорамное. И все, людей не снимать близко, а вот только вот таким вот образом. Я с вами прощаюсь, желаю здоровья, удачи, долгих лет жизни. Мы с вами были в Лудьяно на популярной музыке Швейцарии. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До следующей связи!